Свои первые шаги в общественно-политической жизни пожелали сделать 128 кандидатов. Они проводили агитацию среди сверстников, участвовали в дебатах. Организаторы отмечают отсутствие нарушений, так как была налажена работа между управлениями по делам молодежи и образования городской администрации. Весь процесс тщательно контролировался. В ученический совет войдут 28 школьных лидеров. Им предстоит избрать председателя и определиться составом комитетов. Ученический совет разделяется на различные комитеты, которые отвечают за свою сферу. То есть комитет культурно-массовых мероприятий, социальной работы, комитет СМИ, комитет за здоровый образ жизни, комитет правовой, комитет волонтеров. И эти все комитеты будут осуществлять свою работу. Они будут привлекать своих сверстников в эту работу, будут привлекать людей к мероприятиям своим, то есть осуществлять тот досуг, который должен быть у молодого человека. То есть это все должно быть на созидательном уровне, все должно быть позитивно и с пользой.